Привет, меня зовут Эд, и сегодня я запишу для вас несколько видеорецептов на тему здоровья и красоты. Уход гигиенический за малышами с использованием масла чайного дерева. Посоветуйтесь с врачом, с детским врачом. Если он даст добро, можете применить вот такие пропорции. Для лечения различных опрелостей, не знаю, с дерматитиков таких легких, шелушения кожи, каких-то диатезиков даже и так далее. Обязательно посоветуйтесь с врачом и скажите, что вот есть такая прекрасная терапия народная. Можно ли на моем ребеночке при вот этих симптомах применять вот эту целебную, так сказать, смазку. Итак, берем 10 капель масла чайного дерева и примерно 1 к 10. 1 к 10. То есть, если 10 капель, тогда 100 капель очень качественного. Купите специально, например, для своего ребеночка очень качественное оливковое масло. Желательно экстра virgin oil или virgin oil. Желательно, чтобы когда вы покупали, оно было реально дорогое. Это уже нацеливает на то, что оно качественное. И, в принципе, можете в такой пропорции нежно, небольшим количеством, очень небольшим, буквально нанесите немножечко на пальчики и растирайте вот эти места, где обнаружены вот те различные проблемки, о которых я вначале и рассказал. После, конечно, одобрения врача. И все, и смотрите за ситуацией. Вот такая целебная смесь, она в 10 раз лучше, чем даже применение тех же супер там фирменных каких-то масел так называемых для детской кожи, там известных, все я знаю эти фирмы, известных фирм. Эта смесь намного лучше. Второе, она идеально натуральна, и она в принципе практически никогда не даст никаких отрицательных явлений на коже ребеночка. Все, ухаживайте за своими детьми с применением вот такой прекрасной терапии. Пусть они будут здоровы. Вы также будьте здоровы и смотрите другие мои рецепты для здоровья и дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему!